Владислав Барабанов, и это «Новостройки Санкт-Петербурга». Мы сегодня разбираем старт продаж третьего корпуса в проекте ID Мурина 2. Феноменальный проект, классный застройщик, вовремя сдают, качественно строят и очень классное наполнение в этом проекте, если вы рассматриваете локацию Мурина, Девяткина, в целом Всеволожский район. Этот проект является одним из лучших в принципе, поэтому его стоит рассматривать как для жизни, так и для инвестиций. Мы сегодня будем разбирать студию, а в последующих роликах будем рассматривать планировки метражом побольше. Также напомню, что с моей помощью можно приобрести квартиру в этом проекте, либо любом другом, при этом от надежного застройщика. Почему стоит это сделать вместе со мной? Так как услуги для вас бесплатны, их оплачивает за вас застройщик. При этом все цены от застройщика, все акции при наличии застройщика, при этом юридически сопровождаем, одобрим по ипотеке, по лучшим ставкам, есть свои ипотечные специалисты. Если вы из другого региона, поможем провести дистанционную сделку. И самое главное, это помогу подобрать квартиру конкретно для вас по вашим параметрам, так как покупка квартиры – это индивидуальный момент. Поэтому, чтобы забронировать, выбрать лучшую квартиру конкретно для вас, звоните по телефону, который указан ниже в описании, либо напишите мне в WhatsApp. В целом, собственно, проект таким образом будет выглядеть. По локации это Всеволожский район Мурина, на Воронцовском бульваре будет располагаться. Срок сдачи третьего корпуса – это второй квартал 2023 года до второго. Сейчас скажу вам. До четвертого квартала 2023 года вы заедете и получите ключи. А сейчас пробежимся по планировке, далее расскажу преимущества и покажу на карте, где располагается проект. По стоимости на сегодня, стоимость квартиры актуальна. Сегодня у нас 14 июня 2021 года. Это у нас вход в квартиру 2,9 квадратов, есть ниша под шкаф, душевая с санузлом 2,4, далее сама комната. 18,5 квадратов, обратите внимание, практичная, такая зонированная, с выходом на лоджию 2,45. По стоимости на сегодня это 3 622 095 рублей. Второй этаж из 12, среднеэтажная высота здесь. Отделка предчистовая, белая, так называемый white box. Квартира подготовлена под чистовую отделку, для того, чтобы вы могли реализовать свои дизайнерские решения самостоятельно. Окна во двор. По внешний периметр квартиру можно провести как за прямые деньги, в ипотеку, либо рассрочку. Ипотека с господдержкой пока еще действует до 30 июня 2021 года. Дальше она подувеличится на 1%. При этом все равно останется выгоднее, чем вторичка. Если у вас планируется ипотека, сможем вас одобрить. Есть свои ипотечные специалисты. Чтобы получить одобрение, напишите мне в WhatsApp. Давайте пробежимся по преимуществам проекта. ID Club, почему, да, собственно, ID Мурина 2, как и первый проект, который уже весь распродан практически, да, ID Мурина 2 также является лучшим. В принципе, почему стоит его рассматривать? Здесь из преимущества ID Club для гостей и жителей, то есть это пространство площадью порядка 120 квадратов, бесплатное на первом этаже, где можно посидеть за ноутбуком, если вы студент, либо вы удаленно работаете, да, там будут оборудованы столы, стулья, бесплатный Wi-Fi, все это будет очень, очень стильно, да, в стиле проекта. Организовано. Один лаунж-зона для отдыха в летнее время на крыше, то есть это эксплуатируемая кровля, где можно будет позагорать, отдохнуть, пообщаться с друзьями, с семьей. До 6 квартир на этаже, малое количество квартир на этаже, да, потому что в соседних проектах, в том же, например, «Краски лета», да, это 15-20 квартир на этаже. Высокие, конечно, потолки – это 3 метра во всех проектах Евроинвест Девелопмента, застройщика, который реализует этот проект. Везде 3 метра потолки. Скажу по опыту, 3 метра – это обычно бизнес и элитная премиум недвижимость. Это же комфорт плюс, но за делом на бизнес. Автоматическая отправка показаний счетчиков, да, комфортно для тех, кто забывает это делать. Закрытые дворы без машин, будете в безопасности. Подземный паркинг на 488 мест, 135 кладовых, закрытый двор с видеонаблюдением. По локации, да, здесь располагается проект, вот он. Давайте подуменьшу. А вот оно метро. До метро 2,7 километра по меркам Петербурга. Это очень близко.
Мурино в целом развитая локация, да, рядом есть КАД, до центра минут 25, да, и вы уже на площади Восстания. Поэтому, друзья, если хотите приобрести квартиру в лучшем проекте в Мурино, либо любом другом, если хотите приобрести, то, пожалуйста, обращайтесь ко мне, одобрим по ипотеке, юридически сопровождаем, услуги для вас бесплатные, так как их оплачивает застройщик. Чтобы забронировать, выбрать, подобрать лучший вариант конкретно для вас, напишите мне WhatsApp, либо позвоните по телефону, который указан ниже в описании. Спасибо большое за просмотр, до новых встреч роликов, ставьте лайки, подпишитесь на этот канал. Пока-пока.